Всем привет, дорогие друзья! В эфире второй ролик из цикла создания клона Divinity на Unity. Сегодня у нас продолжение предыдущей темы по работе с инпутом, а именно мы сделаем управление камерой. Чтобы далеко не ходить, сразу посмотрим, как это будет выглядеть. Камерой можно двигать по нажатию на WASD, влево, вправо, вверх, вниз. Точно так же ее можно двигать, сжимая клавишу мышки, либо среднюю, либо правую, там как настроить. И ее можно вращать вокруг оси, на которую, собственно, камера смотрит. Теперь давайте посмотрим, собственно, как это сделано. Так, во-первых, в Input Manager я избавился от коллекции кнопок, потому что это универсальное решение, которое было сделано просто для тестирования вообще самой идеи. Я ее, соответственно, отмел. Ну, не то чтобы отмел, я ее сделал, она работает, и дальше я от нее избавился, уже создал более логичные поля. Более логичное распределение кнопок, то есть, условно, лево-право, вверх-вниз, там, прыжок, атака и так далее, то есть, привычные уже людям, плюс не универсальные, а именно рассчитанные под конкретный проект. Второе, то, что я сделал, это я сделал дополнительно еще scriptable object в виде просто хранилища вектора, назвал его axis, и создал, соответственно, два аксиса, которые movement и rotation. Еще scroll axis создал, но его пока не использую. Он в дальнейшем как-нибудь его доработаю. И эти, соответственно, аксисы я поместил как в input manager, так и в скрипт, управляющий камерой. Что нам это дает? Scriptable objects, они доступны, грубо говоря, из любой части проекта, примерно так же, как синглтоны, если так совсем по-простому. То есть, грубо говоря, изменяя содержимое scriptable object в одном скрипте, другой скрипт эти изменения тоже будет видеть. И, соответственно, нам не нужно камерой напрямую ссылаться на input manager или, наоборот, input manager отдавать данные каким-то образом камере. Он просто вот отслеживает влево, вправо, вверх, вниз и записывает результат в этот самый axis. А камера, в свою очередь, уже смотрит на этот самый аксис и уже от него пляшет. То есть здесь она все равно обращается к input manager для того, чтобы выяснить, была ли нажата клавиша. У нас создано здесь два поля типа input action. Один отвечает именно за вращение камеры, второй за перемещение. Соответственно, в апдейте просто смотрится, нажата ли какая-то из них. В настройках задана либо средняя, либо правая кнопки мыши. Соответственно, их можно менять как угодно. И применяется результат именно аксисов, которые были записаны в итоге работы Input Manager. Rotation Axis здесь идет проверка на null, потому что я подумал, что в принципе может быть такая ситуация, когда для какого-то из режимов вообще не будем отслеживать мышку, будем работать только с кнопками, и поэтому проверку добавил. На самом деле, в принципе, она никакой сути не несет, если мы подразумеваем, что у нас всегда будет этот самый Rotation Axis отслеживаться. На данный момент это все. В задумке еще к следующему видео это уже должно быть, будет, наверное, готово. Это отслеживание позиции камеры по Y относительно ландшафта, чтобы камера, соответственно, поднималась, опускалась вместе с ландшафтом, когда елозит туда-сюда. И, значит, напоминаю, да, что если есть желание поковыряться в исходниках, то их можно получить на Boosty, ссылочка в описании. Там же ссылочка на группу ВКонтакте. Заходите, там иногда новости бывают текстового характера, а не видео, да, как на YouTube. Что еще? Наверное, все, больше ничего. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео.